Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 77, упражнение номер 11. В этом упражнении мы должны найти значение данных числовых выражений в два действия. Действия выполняем по порядку. 9 плюс 9 равно 18, 18 минус 8 равно 10, 7 плюс 7 равно 14, 14 минус 10 равно 4, 8 плюс 8 равно 16, 16 минус 16 равно 0. 4 плюс 8 равно 12, 12 минус 2 равно 10, 2 плюс 9 равно 11, 11 минус 1 равно 10, 6 плюс 5 равно 11, 11 минус 10 равно 1, 6 плюс 6 равно 12, 12 плюс 1 равно 13, 15 минус 5 равно 10, 10 минус 7 равно 3, 20 минус 1 равно 19, 19 минус 19 равно 0. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.